С 25 января по 7 февраля на всей территории России пройдет статистическое наблюдение доходов населения и участия в социальных программах. Наблюдение организуется с ежегодной периодичностью, начиная с 2012 года. С 23 по 24 января пройдет обучение интервьюеров, которым предстоит осуществить опрос населения. В Красноярском крае обучение пройдут 39 человек, в Хакасии 20, а в Туве 16 человек. Опрос населения будет проводиться во всех субъектах страны, в том числе и на территории Тувы. Опросу подлежат респонденты в возрасте 16 лет и старше. В ходе опроса будет получена статистическая информация, отражающая роль оплаты труда и доходов от самостоятельной занятости, собственности, пенсии и социальных пособий в обеспечении материального благосостояния семей.